Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты по зарядке, по бесплатной зарядке аккумуляторов. Вот еще один вариант, ребята, подобрал сегодня, значит. 16 аккумуляторов, то есть где-то 160 ватт, заряжаем на импульсе. Видите, импульсом работает. Без всякого реле оно само на импульсах и мигает. Заряд идет потихоньку. Скорость такая же, как бы и заряжали обычным методом. Но этот метод чем хорош, ребята, это абсолютно бестопливный метод. То есть трат ноль, а аккумулятор заряжается. Где я узнал, что трат ноль? А вот где, видите, подключен он на электронный счетчик, видите? Вот шнур. Подключен электронный счетчик. И вот наши показания, видите. 0 ампер, 0 десятых, 0 сотых ампер. Напряжение несколько повышено из-за того, что обратный ток подается. 236,4. По ваттам тоже, видите, на нуле. Нет ампера, нет ватт. Потому что сразу все возвращается. 0 ватт и 0 десятых ватт. То есть даже нет траты 1 десятой ватта. Также нету обратного тока, все выравнивается. Видите, вот амперы. 0,0, 0 сотых. Напряжение также стабильно 236, 205. И вот ваты актив. Буква П это, ребята, ваты актив. То есть подгонять надо на вот таком счетчике. На электронном. А сейчас схему это устройство, чтобы вы тоже опробовали и высказали свое мнение. Значит, схема у нас. Банка. Одна банка. 16 аккумуляторов. 16 аккумуляторов. Емкость примерно 160 ватт. В час. И зарядник. Плюс. Минус от банки мы выводим. Аккумуляторы соединенные все параллельно, чтобы не было, чтобы один, как бы все зарядились одинаково. А то может один зарядиться больше, а другой вообще нет. И тогда выходит из строя. И здесь мы сегодня применяем вот такой импульсный, подобранный именно по этой мощности. Видите? Он именно на эту мощность подобен. Значит, какие у него параметры? Так. 12 вольт. Выход у него. 2,2 ампера. Заряжает довольно резво. Думаю, ну как обычным методом, часа за два зарядит. При этом потребление 0 ватт.
Благодарю вас за внимание. Всем удачи и стального железного здоровья.